В настоящее время здесь идут косметические работы, которые можно считать подготовкой к открытию. Осталось уложить резиновое покрытие и установить детскую площадку. Уже сегодня в сквере прогуливаются жители села. По словам главы муниципалитета, здесь необходимо высадить деревья и кустарники, но сделают это осенью в благоприятный для растений период. Юрий Поляков также поручил максимально обезопасить новую зону отдыха от вандалов. Я скажу, что полиция с периодичностью сюда заезжала. Разжгут резину, здесь приезжают на мотоциклах, чтобы с ними тут они решили вопрос, не ходили, а по траве. Может, надо таблички сделать по газонам, не ходить. Торжественное открытие сквера пройдет в эту субботу. В полдень здесь начнется праздник для взрослых и детей, на который приглашают жителей и гостей курорта.